Здравствуйте, добро пожаловать на канал Сарафан ТВ. В сети появилось новое фото Владимира Шевелькова, которое шокировало поклонников актера. На днях бывшая партнерша Шевелькова по съемкам Алена Хмельницкая выложила в своем инстаграме фото актера. Позже, кстати, этот снимок был уже удален. В располневшем мужчине с усами многие поклонники не смогли узнать звезду кинокартины «Гардемарины вперед». Пользователи выразили сожаление о том, что некогда привлекательного актера не пощадило время. Также поклонники сообщили, что опечалены слишком редким появлением артиста на киноэкранах. После того, как Владимир исполнил роль обаятельного князя в 1987 году, он моментально завоевал сердца массы поклонниц. Позже он отлично сыграл в фильме «Сердца трех», где работал с актрисой Хмельницкой. После этого артист долгое время играл в театре и освоил профессию режиссера. Однако сейчас актерской деятельностью Шевельков почти не занимается. Известно, что в четвертой части о знаменитых «Гардемаринах», над которой сейчас ведется работа, Владимир точно не появится. А как вы считаете, слишком ли изменился актер? Пишите свое мнение в комментариях. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!